Соник плесень. Соник Филомена. К чему снится плесень во сне по Сонику? Плесень во сне – знак промедления, из-за которого могут случиться неприятности, крупные потери, серьезные неудачи. Не откладывайте дела на потом, надеясь вернуться к ним. Каждая минута приближает вас к провалу. Поэтому сделайте все запланированное как можно скорее. Если ко всему прочему снится сырость, то наяву вы ведете борьбу с соперником, который намного сильнее вас. Поэтому оцените объективно свои силы и возможности, прежде чем делать какой-либо шаг. Сон, в котором фигурируют заплесневелые грибы и овощи, сулит возможные убытки, потери, ухудшение дел, отток финансов. Будьте к этому готовы, отложите сбережения, сократите расходы. Плесень на стенах. Во сне приснилось, что стены помещения, где вы находитесь, покрыты плесенью. Вы на правильном пути и все делаете верно, поэтому не обращайте внимания на мелкие неурядицы, просто идите вперед. Если плесень на стенах черная, то люди, которых считали своими близкими друзьями, на самом деле не дорожат вашими отношениями, они не искренни, не готовы на бескорыстные поступки ради вас. Снится, что плесень на теле. Видели во сне плесень на своем теле, пытались смыть ее, наяву нужно будет оправдывать себя перед кем? То, доказывать свою невиновность, отстаивать правду. Соник советует подготовиться заранее, если знаете причину нападок. Приснилось, что плесень на полу в спальне, по Сонику Филомены, означает серьезную ссору, скандал, разногласия со второй половиной. Держите себя в руках, не давайте эмоциям брать над вами верх, тогда получится избежать размолвок с любимым человеком. Плесень под потолком. По Сонику снится плесень под потолком, ваш руководитель останется недовольным результатами вашей работы. Поэтому постарайтесь не упускать мелочей, внимательнее и серьезнее относитесь к тому, что делаете, чтобы не пришлось переделывать все сначала. К чему снится плесень в доме? Приснилось, как плесень пробралась в дом, из-за чего вся мебель и предметы покрыты. Ждите информацию, которая окажется недостоверной. Молодой девушке такое сновидение сулит неискренность ее возлюбленного, обман или неверность с его стороны. Снится плесень во рту. К чему снится плесень во рту? Неприятная картина означает, вы не следите за своими словами, не думаете прежде, чем что-то сказать, поэтому часто приходите к конфликтам. Неловким, глупым ситуациям. Постарайтесь следить за языком, а если не можете, то побольше молчите. Плесень в ванной. По Сонику сона плесени на стенах в ванной комнате означает, что скоро вам придется проверить прочность, искренность, верность отношений между вами и вашими друзьями. Старайтесь не вступать в конфликты, держать нейтралитет. Черная плесень. Во сне приснившаяся черная плесень по Сонику предупреждает о грядущем обмане и заблуждении в людях. Будьте менее доверчивы, открыты, проявите осторожность в общении с окружающими. Соник Оракула 1 читать далее, стрелка направо, тема сна, паразиты, видео, к чему снится плесень. Где вы видели плесень во сне? Плесень на стенах. Во сне приснилось, что стены помещения, где вы находитесь, покрыты плесенью. Вы на правильном пути и все делаете верно, поэтому не обращайте внимания на мелкие неурядицы, просто идите вперед. Если плесень на стенах черная, то люди, которых считали своими близкими друзьями, на самом деле не дорожат вашими отношениями, они не искренни, не готовы на бескорыстные поступки ради вас. Снится, что плесень на теле. Видели во сне плесень на своем теле, пытались смыть ее, наяву нужно будет оправдывать себя перед кем? То, доказывать свою невиновность, отстаивать правду. Соник советует подготовиться заранее, если знаете причину нападок. Приснилось, что плесень на полу в спальне, по Сонику Филомены, означает серьезную ссору, скандал, разногласия со второй половиной. Держите себя в руках, не давайте эмоциям брать над вами верх, тогда получится избежать размолвок с любимым человеком. Плесень под потолком. По Сонику снится плесень под потолком, ваш руководитель останется недовольным результатами вашей работы. Поэтому постарайтесь не упускать мелочей, внимательнее и серьезнее относитесь к тому, что делаете, чтобы не пришлось переделывать все сначала. К чему снится плесень в доме? Приснилось, как плесень пробралась в дом, из-за чего вся мебель и предметы покрыты. Ждите информацию, которая окажется недостоверной. Молодой девушке такое сновидение сулит неискренность ее возлюбленного, обман или неверность с его стороны. Снится плесень во рту. К чему снится плесень во рту?
Неприятная картина означает, вы не следите за своими словами, не думаете прежде, чем что-то сказать, поэтому часто приходите к конфликтам. Неловким, глупым ситуациям. Постарайтесь следить за языком, а если не можете, то побольше молчите. Плесень в ванной посонику сона плесени на стенах в ванной комнате означает, что скоро вам придется проверить прочность и искренность. Верность отношений между вами и вашими друзьями. Старайтесь не вступать в конфликты, держать нейтралитет. Какого цвета была плесень во сне? Черная плесень во сне. Приснившаяся черная плесень по сонику предупреждает о грядущем обмане и заблуждении в людях. Будьте менее доверчивы, открыты, проявите осторожность в общении с окружающими.